Так что, здорово всем, чуваки. Продолжаем проходить ебучий Вольфенштайн Антон. Будь он нахуй трижды проклят, блядь. Сложно, пиздец, не могу, заебал. Да ладно. Короче, у нас операция Трундхейм 3, блядь. Ирин Кросс, переводе Железный Крест. Давай сразу начнем. Мельтешить не будем. Я солдат, да, я готов. Все, начинаем, давай. Давай, блядь. Быстрее, ну. Готов. 23 июня 1941 года на норвежские берега был высажен английский десант, целью которого являлся порт Тронхейм, стратегически важный объект для расквартированных там немецких сил. Ценность порта заключалась в локаторе, благодаря которому германская разведка перехватывала все передвижения союзников по Северным морям. Ситуация обострилась вечером 24 июня, когда около Трондхейма появились нежданные гости. Спецвойска советской армии. Очень немногочисленные головорезы с единственной задачей – захватить коды шифровок любой ценой, даже если на пути встанут союзники. Разгорелся конфликт между тремя силами – русскими, немцами и англичанами. Единственный в своем роде за всю историю Второй мировой войны. Адам Штек, рядовой, который менее чем за двое суток стал героем фашистской Германии. Благодаря отваге и преданности идеям Адольфа, этот человек в одиночку смог обеспечить сохранность Трондхеймского локатора и поспособствовать скорому прибытию резервных войск для контратаки. Внезапное падение английского десанта застало наше отделение врасплох. Часть солдат находится в увольнении, некоторые отправились на соединение на соседнюю базу, сопровождая проехавших недавно офицеров СС. Англичане много, но они действуют крайне неорганизованно. Отбить атаку и контратаковать будет очень легко. Ваша задача – отбить нападение, захватить планы нападения, которые должны находиться в лодках противника. Гибель командира недопустима. Он находится в радиорубке и запрашивает подкрепление у ближайших районов. Ладно, хуй с ним. Блять, собака, блять. Немцы прихуярил, да? Бывает. Это наш.
Блять. Подождем, пусть сами идут их нахуй. Минус два есть, ладно. Бля, чё я поднял? Ой, хорошо. Пойду хп подловлю немного, там хп было. Давай. Давай. Заебись. Блять, попали. Да уйди нахуй, слазишь, блядь. Пиздец, блядь. Ну попали вообще охуенно, я должен признаться. Блять, суки, одним словом. Чё, кому нам чё надо, блять? А больше хп нигде нету, да? А у офицера есть что? Бля, офицер на улицу выбежал, блядь. Опасный, отчаянный пост. А не, вот тут еще один офицер, главный, походу. Ну здесь что-то нету, нихуя. Да блять, кому там что надо, ёбаный. Захар сейчас заебывает, начинает. А вот тут можно к хибару зайти, может там аптечки есть, мне подхилиться, ну не помешало бы. Можно, блядь. Оно закрыто, аварийное, блядь. Она похта. Бля, выносишь, становится очень долго, это просто пиздец. Что мне надо найти, какие-то папки, да? А где они есть? Ну что-то нашел. Все вроде, да? Ja, sehr gute Ergebnisse. Absolut nicht zu ordnen. Gut, dann bring das zu Job. Josef ist diese Woche nicht da. Jawohl.
Мы успешно отбили наступление противника. Но западнее расположение наших войск также так и не отвечают на наши запросы. Вероятно, что там англичане провели грамотную военную операцию. Ваш взвод посылают в сторону командного центра, где должны находиться все необходимые боеприпасы и подкрепления. Бойцы-убийцы именно, да? 33 хп, блядь. Ебать, копать. Ебать, он страчил, блядь. Ёбаный рот, война нахуй. Надо воевать. Ебать. Да ну нахуй! Да заебал, Захар, ёбаный, ну что ты доебался до меня, блядь? Некогда мне, блядь. Нахуй, 19 хп осталось. Где? Бля, благо туповатая, бля. Там вроде нет никого. Где Томпсон? Тут что, тут со злобы, да, игрался, блин? Я пулемет погнули нахуй. Ну а что, тут хп нету нигде, да? Хуёво, блядь. Бля, вот здесь, кстати, может быть. Ну, нормально. Все. Ваш взвод погиб. Англичане оккупировали все ближайшие укрепления, и столь необходимые сейчас боеприпасы захвачены. Остается только один путь – прорваться вперед и искать уцелевших собратьев по оружию. А?
никого не вижу пока. Пока нормально, похуй. А где хуй там сидел, а что у него, муж есть че? Бля, птичка нихуй себе. Заебись нам. А это что за танк, блядь? Без пушки, без нихуя. Или у меня есть пушка? Никого нету. Нихуя он снайпер охуенный. Мой поц. Не, не годится. Я не понял, а че у меня не работает F8 сохранение, ебать? Вы че, охуели что ли, блять? Чё, и в 9, и в 8, ну. Блять, ну все равно попадает, сука, ну блять, хуй его знает. Вот образина ёбаная. Готов. А где твоя пушка, блядь? Спасибо. Саперские патроны на весь золото, нахуй. Готов, чувак. Нихуя не видно никого. Сейчас уже видно. Еще два тела, блядь. Вот так вот на одном месте постоял, пизды получил. Блядь. Где вот они, блядь? Ага, вижу. Ладно, хуй с ним, минус есть. Сохранится. Еще второй где-то, блин. А тут вышка была, по-моему, или... А, вот она, да. Там дальше нету. Так, там еще один, по-моему, должен быть. Откуда? Блять, с вышки, сука. Или нет?
блядь, откуда ты справа стреляет? А я не могу понять. Блядь, такой со стороны бункера, хуй знает откуда, хуй его знает. На вычислять. Сука, блядь, откуда ты из леса нахуй над бункером, блядь, это. Ёлка где-то сидит, блядь. Блядь, там два. Чё так сложно, сука, а? Ну нихуя не видно, игра старая, бля, прорисовка дерьмовая, бля. Хоть тут увидишь, нихуя, ёпта. Бля, меня... Охуенно видит. Бля. Ненавижу эти снайперские дуэли, в рот их ебать, ни в одной игре не люблю их, бля. Что-нибудь видите? Я не вижу ничего вообще. Откуда-то он на составе вышки стреляет снизу откуда-то. Я не могу там никого обнаружить. Там одни заросли. Во! Одного нашел. Хорошая новость. Спалился он охуительно просто по таймингу, блядь. Но ведь еще один где-то был, блядь. А может, один всего был? Не-не. Ну это последний был? Вот, сука, мразота ебаная, блядь. Вообще, ладно, они в бункере, хуй с ним. Мы его достанем. Когда хоть зуб пройдет, ебаный в рот, блядь. Бля, просил нахуй, уколи укол. Нихуя не укололи, блядь. На живую нервы дергали, представляете, блядь. Сука, это вообще, блядь, адские мучения у меня были. Я один тут был. А то. Все, пиздец. Так, идем теперь шарс. Всех убили в этом тут. Все, заебись, похуй. Что у нас на вышке есть? Нихуя нету на вышке. Ёпт. Давай, спускайся нахуй. А на той вышке. Ну, может, что-то есть, может, хоть аптечка что-то будет, хуй знает. Надо глядеть везде, вон там на горке, на прошлой локации на горке лежала аптечка, блядь. Ах, хули.
и слазить. О, ебать, нихуя себе. 30 хп, ёпта. Не зря бежал. Нормально. Куда мне теперь идти-то? Все, да? Хорошо. Какие сконцентрированы наших войск? Неудивительно, что англичане захватили этот объект столь легко, а здесь были расквартированы технический персонал и медицинская часть, которые особого сопротивления оказать не могли. На момент здесь находится немногочисленный отряд захватчиков англичан, через которые мне предстоит пройти. Меня уже ждут. Робин Гуд, успокойся, ты чё такой буйный, блядь? Так, нормально. Блядь, наши, нихуя себе. Блядь, как я рад видеть первого с немцев, блядь. Хуя, я тут не один, блядь, пизды огребаю. Вот фрицы, вот кадры, блядь. Однако... Да ёпт, нихуя, ещё и попадает, блядь. Давайте, господа немецчики, помогайте, блядь, брат. Долби, долби, давай. Я помогу, хуй с ней. А хули мне одному что сражаться, пусть помогают. Негоже мне одному жизнь отдавать. Правильно? Правильно. Чё? А чё, я всё открыл.
А хули она? А хули она не открывается? Ну я тут все открыл, получается, а что? А, еще одна. Ну вроде все должно быть. Больше ничего нажимать, по идее. Короче, надо браться нахуй аддона добивать за два дня, я думаю. Их дохуя еще, кстати, штук 7, блядь. Дальше идут у нас врата времени. Аддон следующий. Нормально. Ну, пацаны, блядь. Пацаны, ебать, нихуя себе, блядь. Увидал? Это рейнджеры, американские рейнджеры. И он не сдох, смотри, да? Пересдох. Прям выходит на меня сразу раз и в голову ебал. В натуре Чарли лютый, блядь. Ой, блядь. Закрыто, блядь. Ну чё? Понятно. Да ты охуенно, чё, блядь, ебать? Блядь, ну это пиздец, а может переиграть получится? Во, вот так, заебись будет. Аптечки никаких. Да у меня так хп нормально, блядь, ну. Ну еще больше вообще бы не помешало бы. Ну это понятно, это внешне. Блядь, откройся. Томпсон вообще охуенная тема. Ну хоть заяц, спасибо. И чё? Прошу на выход, господа. Будете уходить? Не. Ладно. Куда мне дальше? Может назад? Да.
какой против Маузера попрешь? Все, да? Пойдет. Четко заебись. Склад защищенная территория, где хранится наше научное оборудование, топливо и вооружение. Здесь была кратковременная стычка, которая закончилась тотальным поражением наших войск. Задача – захватить сектор, сохранить содержимое склада. Их уничтожение недопустимо. Давай. Да не видать никого, блядь. Я пал тебя. Нахуй я лучше перезайду, хп много, терять неохота, лучше когда больше. Подох, да? Бля, задание провально, нихуя себе. Они взорвали все, блядь. Представляешь? Нихуя себе, блядь. Сказал, если тут снайперка хуй поможет. Тоже готов. Мне снайперка помогла. Блять, я случайно въебал эту хуйню, блять. Ладно, хуй с ней сейчас. Блять, что-то у меня хп мало оставил, сука. Надо исправить это.
Ладно, хуйня нормальная. Нихуя себе, блядь. Бля, патрон до хуя потратил. Да, вроде разъебал всех. Будь на это надеяться. Блять, нихуя себе все, не все, блядь. Блять, ну их еще два. А, это нельзя делать, я понял, блять. Подрыв бочек недопустим. Решим. Да нахуй, на 18 хп, да ебать его в рот, ёб. Кто еще-то, блядь? Какая еще бразина тут осталась, блядь? Где-то есть. А, сзади где-то, ебать. Ёбаный в рот вас, блядь! Сука, всю идею обговняли, блядь. Ой, ща хп заебись осталось. Можно сохраниться. Так, один, короче, где-то сзади петух был. Вот он. Ай-яй-яй-яй, это нехороший человек какой. Ах ты сучик, блядь. Все, отдыхай, мразь ебаная, бля. Вроде всех убил, но этот не точно. Блядь, блядь, за деревьями прячься. Ну, вроде как все. Пока никто не стреляет. Ну и че тут? ХП нету. Тоже ничего нету, чувак. Здесь тоже ничего нету, блядь. Сохраниться. Но я пришел оттуда, получается, мне идти туда. Патроны с них собирать пригодятся. От снайперки они очень хорошо ложатся, блядь. Ошибка.
Unknown weapon. В смысле? Чё за хуйня? Двадцать 47. И все. А где правильное сохранение? Я не здесь был вообще, слышь. И что мне предлагать? Снова защищать эту хуйню? Блять. Да это серьезно, нахуй? Это ж шутка такая ебанутая. Где сохранение? Где я вот только что сохранялся? Где оно? Я сделал вот так. Все, нахуй, я наебал всех, нахуй. Я F8 нажал и сохранился там, где последний раз был. Почему у меня ошибка тут выскакивает? Какого хуя, блядь? А? Как думаете, ребят? Ошибка. All scripting select weapon. Кнопка weapon. Weapon карабин. Чё, блядь? Чё вообще за хуйня, блядь? Блядь, это горе игра в натуре, блядь, не могу. Блять, давай гуглить нахуй, что это за ошибка такая, блять. Пиздец. Я в ахуе, я не могу даже нормально в игру поиграть, блять. Это пиздец, давай посмотрим. All scripting. Scripting. Select. Weapon. Unknown. Weapon. Weapon карабин. А, блин, ни у одного у меня такая хуйня. Найди в файлах weapon карабин и замени на weapon mauser файл. Блять, сука, ёбаный в рот. Блять, сейчас попробуем, хуй с ней, на позу. Так чё про... Блять. Надо... Короче, с другую скачал я этот... Глюки устранил. Ну, F8. Так, где-то я аптечку увидел, а где-то здесь, блять. Ёпты, запрыгни ты, блядь. Бля, малая аптечка хуёвая, да хуй с ней. Так, снайперские патроны надо забрать. И посмотрим, что залаганёт, нет. Потому что я вменял эти скрипты ёбаные на оружие. Ну, как советовали в интернете.
Будем смотреть, хули. Но не должно вылететь. Не должно. Смотри, правда не вылетает. О! О! Не вылетает, уже хорошо, можем пройти, короче, эту хуйню. Сука, сложно, бля. Я подкурю, сижу. Короче, надо заходить, было, короче, папка там. Прошлое, которое я играл, там нет такой хуйни, 70p какая-то, короче. Ну, надо было поменять с карабина на этот. Другое оружие какое-то. Да ладно, хуй с ней. Все, так я зареспаунил. Раз. Два. Три. Четыре, нахуй. Минус два. Блять. Быстрее перезаряжайся, чувак. На нахуй. Говорят, тут еще глюк какой-то есть, блять. Ну я там смотрел, там вроде никаких ошибок не нашел. Отлично. Пожитки, пожитки надо собирать. Где мой этот Томпсон? Охуенная вещь. Кстати, и тут могут быть. Не, никого. Ну могли бы аптечку подкинуть, ёпты. А вот, 15, нормально. Блин, зуб, сука, не проходит, падла, блядь. Уже вторые сутки пошли. Точнее, пойдут после 12. Нихуя ты, блядь, ебать, нормально, блядь. Ладно. Хуйня вопрос. Подожди, чувак! Ты куда ты, ёбаный... Блять! Уродец, блять! Сука! Быстрее! Давай! Отходим! Четыре челика. Пусть идут так, я их перехуячу.
Блять, они хитро не идут. Блять, сука, не объебешь ты их никак. Вот. Вот теперь идут. Уходим, уходим, уходим. Ступаем. Рейнджеры американские, они не в духе сегодня. Злые, блять. Как крокодилы, нахуй. Давайте, пацаны, заходите, ебать, или чё? Ну, не хотят идти. А граната есть у меня? Нет, нихуя. Ну, короче, придется к ним идти, блядь. Ладно. 4 человека, сука. Нихуя. Блять, их сахарить бы, блять. А, ну проще, некуда было. Томпсон решает. О! Аптечку! Охуели, блять, я аптечку не взял, вы чё, блять? Чё за хуйня, блядь? Военная точка с нашими артиллерийскими орудиями, которые надо уничтожить, так они могут быть использованы против наших нетанковых бригад. А, Ж-танковых бригад. Что прибудут сюда в ближайшие дни. Задача найти динамит и уничтожить орудия. А. А где динамит найти? Могут быть и тут придучен нахуй. Сейчас я там дверь открываю, там их хуево тьма, блядь. Что ж делать-то? Ну можно их с Томпсона почикать нахуй. Попробовать. Как вариант. У меня вопрос. Перехуячим. Уже в Вульфе как профессионал. Ай, ебаный. Ах ты пакость, блять. А ты чё, не сдох, что ли, ебать? И чё, блядь? Всё, нормально, теперь можно беспокоиться о правой стороне. Слёг. Хуя вас тут, конечно, блядь. А, там снайпер, я понял.
блядь, его не видно, блядь. Теперь видно. Ой! Ой, аптечка. Это мне нравится уже. Так, там есть еще кто? Блять, а ребзики не вылазят, прикинь. Ладно, хуй с ней, я сам приду. Так, сейчас. Патрис обратно Томпсоном, блядь. Ну, сука. Ну, падла, блядь. Где моя снайпа, нахуй? Да, блядь. Давай, чепушной, блядь. Эй. Я понял, все, ладно, успокойтесь. Вот они. Ну выходи, блядь. По одному. Давай. Оп. Не успел, чувак. Что есть? Блять, они не... А вот идет. Блядь, ладно, хуй с ним. Блядь, тут и на горку ни на какую, сука, не залезешь. Это хуёво очень. Ну вот тут принять их можно. А ладно, пизду крысе тоже как-то не... Не особо охота, блядь. Где они есть-то? Суки. То дохуя было, теперь нет ни одного, блядь.
Работы. Блять, это хуёво. Это очень хуёво, ебать. Понятно. Блин, он тут кишит, пиздец. Уже целый склад трупов. Бля, опять где-то кто-то находится. Вроде все. А я мог бы вот так их расхуячить. Так, моя это, динамит надо найти. Где-то, блядь. Где-то должен быть динамит, короче, блядь. Заебали, сколько вас тут ебаные, блядь. Блин, ну Томпсон вообще заебательская тема, ёбаный рот. Мафиозное оружие это вообще, блядь, что-то с чем-то. Не, ну это-то я не уничтожил. Оно может и в этом грузовике лежать, динамит. Нихуя нету. В этом какие-то коробки, блядь. О, вот он, нашел. Все, работаем тогда. Где это? Первый пошел. Второй пошел. Все, не. Ну я больше тут не вижу нихуя. Что тут еще можно сделать? Эти ворота не работают со мной. А, тогда уходим отсюда, что все взорвали. Покидаем зону туда. Все, да, два из двух сделали, все как надо. Чисто, чисто все. Ну, следующий Антон будет врата времени, не знаю, может там глюков не будет, повезет. Подземная военная база, где происходили опыты по созданию идеального оружия ХЭМ, очередного идеального оружия против всего мира.
Здесь должны находиться ученые, терять которых Рейх не намерен. Задача — спасите двух важных для Рейха ученых, которые прячутся где-то в комплексе. Пробуем. Блять, еще одна очередная ошибка, ебать ее в рот, блять. Сука, блять. Ну, он и про эту ошибку говорил, пацан. Тут еще такая ошибка есть. Хули, пойду искать ее, а хули делать. Weapon PPSH, он кнон weapon, ебать, говорит, нахуй. Ну, это, по-моему, он на Томпсона просил меня сейчас. Как настроил, взмолю тут из трехчастей видеосклей потом. Так, вроде как исправил, но что-то вылетело, оно у меня сейчас запустилось, и ракета полетела, мне въебало, и все, и закончилась игра, нахуй. Ой, блядь, ой, какая игра глюченная, ебать. Но зато сейчас не вылетает нихуя. Папка 7G, блядь. ППШ на Томпсон переименовал, блядь. Я хуею, блядь, игра, блядь. Года, блядь. Если во всех аддонах такие глюки будут, я хуею тогда. Бля, туплю, у меня снайпа есть, ёпта. Ну это разумное действие, сохраняется после каждого килла. Это тактика бодрятина, ебать. А это наш. Нормально. Ну, чувак сказал, после исправления этих двух люков дополнение пройдется уже без сбоев. Хотелось бы верить. Видишь, на какие жертвы идут. Ради подписчиков, блядь. Своих. До последнего глюки, блядь, исправляю. Где у нас там? Огнеметчик. Было, нету. Не.
Че, она опять заглючила, что ли? Заебала, блядь. Ебать игра, ебать, 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 ебать. И все, и слов других не подобрать. Но мы на этом не останавливаемся. Мы будем долбить эту глюченную хуету до последнего. Неплохо. Очень неплохо. Патры. Блин, ну и глюков, конечно, здесь просто тьма тьмущая, блядь. Это вообще, блядь. Против кого он воюет? Опа, чай! Иди сюда. Что есть? А? Уш! Нихуя себе, бля! Ну а тут? Блять, мне надо видос, наверное, по циферну называть, что это, блядь, переклею тут хуй. Хуй разберешься, блядь, уже четвертый видос записывается. Опа, чай. Мои солдаты, ебать. Не обижать моих солдат. Все, пацаны, я вам помог. Мне должны теперь свою зарплату. Ты ученый? Ставил тут калач копченый, блядь. Одного вроде как спасли, блядь. Получается тогда. Жесткий, жесткий. Вы тоже все жесткие, ебать. Только хуй я ложил на вашу жесткость. Куда это вообще ведет? Ёпта, какие-то лабиринты непонятные, блядь. Хуй знает, тут... Ты хуй с ней, пойдем туда, где наверху проход. А, так, значит, я пришел сюда, мне сюда, сюда. Все равно дальше карты тут не выглядишь никуда, но. Заблудиться, заблудишься. Безграничных карт тут нету. Один хуй я пришел вниз. И чё? Куда? Наверное, сюда. А может не сюда, не сюда. Бассейн какой-то. ХП нормально, пока не жалуюсь.
Ай-та-та. Ча-ча, блядь. Ебать. О, она опять вылетела, видишь? Я сейчас опять F8 нажал. Быстро сохранение. И она опять вылетела, блядь. Ух, блядь, нормально, блядь. Без сохранения будем ебашь питаться, блядь. Аккуратно, аккуратно. Ну, а мы на этом не заканчиваем. Мы дальше, дальше. Глубже, четче, блядь. Бывает, хули. Нет нихуя по аптечек. Хоть одно радует, что я не один, хоть тут это, долблю всех, блядь, помогают от немцев частично. Ой, блядь. Опа, ча. Будет тебе фаер, блядь. А, не с того, с того коридора, ебень. В смысле задание провалено? Чё за хуйня, блядь? Не успел спасти, что ли, блядь? Почему? Блядь, а почему я тут нахожусь-то опять? Я вообще красиво сработал. Ебать, блядь, 10 хп. Че, ебанулись? Ебать, я так красиво шел, ебать ты его в рот, блядь. Сплиз! Ой, блядь. Где эти дурики, ебаные? Ну и чё? Блять, E8 не нажать. Сдача не выполнена. А что если я сделаю вот так? Разное. Сделаю F2. И она опять зависла. Нет. Не, на F2 не ключит. Ай, блядь. Сейчас переебем. Да ну не годится так, пацаны, ну понимаете, что так не катит, блядь. Сука, твари ебаные. Да чего ж вы гниды это, блядь.
путаю нахуй, F2 нажал, думаю, сохранится, блядь. Наоборот, блядь. Тихо, ша. F5. Давай. Утырок, блядь. Один из двух. Один одного пропустил. Надо еще одного найти, блядь. Может тут, блядь. Но это не наш, не фриц. Ну и чё? А как смотреть это? Инверсия мыши. Записная книжка N. Она хуй работает. Книжка эта, блядь. И куда дальше? Ух ты, сука, блядь. Я нихуя не вижу там. Сейчас вижу. И чё тут, блядь? Назад, что ли, вернуться? Нихуя непонятный уровень вообще, блядь. Гоняет около такого. Где-то тут выстрелы. Нахуй его знает. Чуть я не втыкаю вообще, блядь. Вообще не втыкаю, куда идти, блядь. Что делать-то, ёпты? Сюда получилось. Ну да, я тут был. Сюда ходил. Вот эта хуйня сейчас. Потом мне сюда. Да... Ну я ничего-то пока не пойму, что да как. Там-то закрыто. Может, пульт какой должен быть? Где-то стрельба, блядь, а где? Где-то за стенкой. Я не все задачи выполнил.
А не все. Тогда хуй с ним. Тогда похуй. Непонятно один. Что здесь делают русские? Они атакуют и наших солдат, и англичан. В ангаре неподалеку должна находиться подводная лодка, на которой можно эвакуировать остатки наших войск. И должен добраться до пульта управления, открыть подводный шлюз для лодки и передать шифровку в генеральный штаб. Они обязаны что-то предпринять. Задача: не допустите захвата пульта управления. Да тише ты, ёб. Бля, жесткие какие, ебать. Лютуют, блядь. Наши. Закрыто, блядь. Получается только тут идти. Так, у вас есть на Томпсон патроны? Хуёво. Какая обстановка, блядь? Заебись, хпшка хоть не обделяют. А, Чип и Дейл спешит на помощь, я помогу, ебать. У меня там, по-моему, дверь открылась, да. Она была закрыта, но теперь она открыта. И тут, блядь. Хуёвенько уже, блядь. Снайпу надо брать. Найти бы ее, блядь. Тут, блядь, и англичане, и русские. Всех надо дохуярить, получается. Где ёбаный Томпсон, блядь? Пойдёт. Ух ты, ебать! Ебать того, ебать, ебать их там, ебать, ебать! Хуёво, мин нету в этой игре, блядь. Что ж мне делать с таким скоплением? Дуриков, блядь.
Не, не ходить, Сань. Годится. Вообще охуенно. Нихуя, немец, это... И они тебя не ёбнули. Ты жесткий. Да бля, проходи, да. Бля, здесь пизды схлопотать можно. Кладовка, гранаты. Не особо такого, ничего нет, но теперь надо к этой двери идти. Блять, не, чувак. Да, ручку держит, видал. Сейчас гранат заберу. Я себе, блядь. Не-не-не-не-не-не. Да хуя, ни хуя меня не остановит, блядь. Молодец. Сами себя взрываете, господа. С такими, блядь. Блять, наш. Нормально, да. Терпимо. Ебать, дерзкий, сука. Гля, а сверху сидит. Да ебаный вы драхули, блять, придется переигрывать. Да хуя сняли здоровье, блять. Да вот это вообще охуевший, блядь. Вот я, Фая. Любишь Фая? Смотри, Фая какая. Сука, блядь, все равно покоцал.
Тебе фая, чувак. А этих... Ух ты, блядь, что у меня есть, а я не знал. Ой, блядь, сейчас пойдет жара. Ну, сука, блядь. Ожидали. Сам не ожидал, что у меня есть такое, блядь, в наличии. Это не открывается хуйня, да? Все, а? Пульт защитили. Приказ из генерального штаба. Англичане пытаются изолировать локатор, который находится около порта. Этого допустить нельзя. Туда уже посланы остатки немецких сил Трандхейма, но их может быть недостаточно. Через несколько сюда часов прибудет подкрепление, которое должно поставить точку на всем Трандхейском конфликте. А пока надо действовать самостоятельно. Задача. За 3 минуты вы должны деактивировать все заряды взрывчатки, что заложены вокруг здания локатора. Ебать. Собака, где эти заряды найти, блядь? Вокруг здания. Закрыто, блядь. Отчет где о времени? Бля, как же мне на ту сторону попасть? Так, 6 секунд. Хуйня. Не пойму, нихуя, блядь. Ну да, дверь не открывается, нихуя. Ну. И что делать? Тоже нет, нихуя.
Интересно, блядь. Задание провалено, блядь. Не понял. Понятно. Наш. Хуй разберешься, где наши, блядь. Блядь, сука! В рот тебе ноги, падла ёбаная, блядь. Без заново нахуй. Где снайперка, ёбаный в рот её, блядь? Ну и чё, куда, блядь? А, вот. Наши. Это кто? Бля, быстрее перезаряжайся, ебаный в рот, блядь. Блять, вот суки, а. Давай, давай, чувак. В темпе, нахуй. Да иди-то нахуй, я не буду отсюда.
Убейте того, ебаные долбоебы, блядь. Сука, конченые, блядь. От меня от одного, блядь, пользы больше, чем нахуй от всей дивизии, блядь. Твари, блядь. Да он его хуй видно, он во мраке стоит, блядь. Надо прорываться, блядь, туда как-то. Задание провалено, ебать. Где эта хуйня? Все, нахуй. Забей. Нормально все. Я доволен. Че там дальше, блядь? Днем 25 июня прибывшие к локатору немецкие войска успешно провели операцию. Часть вражеских войск была уничтожена, другая взята в плен. Адам Штаг был представлен к награде. Он получил железный крест за героизм и ушел в увольнение, стараясь забыть об ужасах войны. Через 4 года он погиб под Берлином от пули советского снайпера. Тронтхеймский локатор стоит и по сей день. Редкого туриста можно встретить около этого памятника войны. Здесь всегда можно найти несколько цветков, которые положены потомками тех бравых немцев, англичан и русских, что сражались за интересы своих государств. Все, да? Неужели, блин? Все, короче, прошли Тронхейм, все, с Тронхейма закончили, блядь. Теперь Врата Времени, следующий аддон будет. Вот. Игра глюк, блядь, столько глюков здесь, это вообще пиздец, я того рода ебал, блядь. Ну, блядь, вроде их все одурили, прошли все эти глюки, короче. Ладно, пацаны, еще увидимся во Вратах Времени, тогда все, с Иосарил, всем пока. До следующих видосов.